Вскрывать двери в квартиру к пенсионерке пришлось областным спасателям. Старушка не отвечала на телефонные звонки и достучаться до нее не могли. Перепуганные родственники пожилой женщины вызвали полицию. Прибывший отряд спасателей открыл дверь с помощью ломиков. Когда зашли внутрь, обнаружили бабушку живой, но обессиленной. Она лежала на полу в коридоре. Живая. Близкие старушки не на шутку перепугались, ведь, по их словам, еще день назад она была бодрой и энергичной. Спасатели завернули пожилую женщину в одеяло и положили на кровать. Для пенсионерки вызвали бригаду медиков.